Сегодня приготовим очень вкусные и легкие оладьи из тыквы с овсяными хлопьями. Для приготовления таких оладий нам понадобится 200 грамм овсяных хлопьев, 200 грамм тыквы, 3 яйца, 100 грамм муки, 1 стакан молока, соль и сахар по вкусу и подсолнечное масло для жарки. Начинаем с того, что заливаем овсяные хлопья молоком. Перемешиваем и даем им настояться, пока они не впитают все молоко. Тыкву чистим от семян и кожуры, трем ее на крупной терке. В набухшие овсяные хлопья добавляем натертую тыкву. Яйца разделяем на желток и белок. Белок оставляем в отдельной миске, а желток добавляем к тыкве с овсянкой. Сюда же добавляем немного соли, 2 столовые ложки сахара и муку. Все перемешиваем до однородности. В белки добавляем 1/2 столовой ложки сахара и взбиваем до плотной пены. Взбитые белки добавляем в овсяную смесь и аккуратно перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем немного подсолнечного масла и начинаем жарить оладьи. Тесто выкладываем на сковороду столовой ложкой. 1 ложка, 1 оладья. Жарим оладьи с двух сторон на небольшом огне до красивой золотистой корочки. Такие оладьи имеют приятный тыквенный вкус. Их можно подавать со сметаной, медом, вареньем или джемом. Если вам понравился рецепт тыквенных оладий, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!